Эхо Москвы. В Москве 16 часов. В студии Александр Климов. Новости на Эхе. ЦИК утвердил перечень общероссийских государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые будут представлять эфир и печатные площади в ходе предвыборной кампании. В списке традиционные «Россия-1», «Первый», «ТВЦ», «4 радиостанции «Маяк», «Радио России», «Голос России», «Вести-ФМ». Среди печатных СМИ значится...